Мужской финал Moscow Grand Slam 2015! Which will be the officials of the final. Дамы и господа, мы представляем судей и игроков финального матча. Please welcome the first referee, international and Olympic referee, from Ciudad de la Plata, Argentina, Osvaldo Suavil. С огромным, друзья, удовольствием представляем судью, второго судью финального матча, господин Роман Приставакин, Россия! And now, please welcome the teams. Beginning with the team on my left-hand side, playing together for the first time on the FIVB World Tour. With the number one, the 2008 World Tour champion, Pedro Sommer! And with the number two, please welcome the gold medalist at the Berlin Grand Slam in 2013, финального матча. Команда из Испании. Чемпионы Европы 2013 года. Под номером один Пабло Эррера! И под номером два встречаем Адриан Галья! Молод этот борьболист,
Brasília com Rio de Janeiro. Família, em cima da esquina, a gente faz cena. Cena, salão, existe as luzinhas. Com as paredes acabando. Espanha! Valente que acabando. Brasil! Com tudo que está este concurso, por favor, iniciada, iniciada, simpatia. Thank you.
do Brasil. Estamos na final, Brasil e Espanha. Primeiro set. Saque espanhol. Adrián Gavira. The second was a good one for Adrián Gavira. The player who is living in Rincón de la Victoria, Spain, 12-11. The gold medal in the women's competition went to Brazil, Larissa Dalita. Silver, the Netherlands.
so. Born out 1440 in Zaxbridge. Итак, продолжаем сумбурнейшая борьба. Финальный матч противостояния команды из Бразилии и Испании. 16-16, упорнейшая борьба, но вот таким и должен быть финал. Согласитесь, дорогие друзья, Эвандрон на подаче. И обменяют подачки ваут команды, на этот раз Эвандрон. Отправил за пределы площадки. 17-16, Испания, Спейн. Yeah.
please stand up. Дамы и господа, футбол нагрели наши пути в золотой команд. Следующий возраст, все встаем. Хоть и нет дождика, встречаем. We inform you before the award is won after the final, we have a raffle, so please stay with us. And now, welcome to the second set. Дамы и господа, второй сет. Снова аплодисменты команды из Испании. Герреро Гавина. Команды из Бразилии. Педро Эвандро. Brazil, four hits with
Fortuna Dan in beach volleyball, the teams may play the ball three times before sending it over the net. According to the referee's decision, that was the fourth hit of Spain. Ну и, дорогие друзья, нарушение правил в эпизоде со стороны испанской команды. Три раунда, естественно, можно получать. Забери, если...
И это Перу Солдер. 8-7. Бразилия. Yeah!
отчаянно сражался его Крон за этот мяч, но нет, это 14 очко. Пользу команды Испании 14-13. И очко в пользу команды Бразилии. Эвандро. В очередной раз великолепно действует у сетки. Очко до смены сторон. И счет 13-14. Какая борьба, браво! Встаем! What a great serve in
there is a timeout requested by Spain. So now, ladies and gentlemen, if everything works out for us, we want to see who is the most romantic couple here in Moscow. Дамы и господа, ну что ж, сейчас в этом тайм-ауте мы хотим узнать самую романтическую пару на трибунах. Где наша кисс-камера? И экран вместе с ней. Опа! Друзья, на экран внимание! Поцелуйчик. А здесь поцелуйчик. Браво, браво, браво! Ну что, еще будут романтические пары? О! Наш ван! Сколько влюбленных романтических пар! Ну, друзья, вы не видите себя? Видите? Look at that! Moscow loves you! Московская любовь, дамы и господа! Браво, браво, болельщики, браво вам! Thank you very much! Beach volleyball party goes on central court. 18-0, Evandro. Ну что, друзья, в любом случае, следующее очко это будет или сет-поинт, или матч-поинт. Поэтому готовьтесь потихонечку вставать со своих мест. So one more time, dear spectators, stay with us. After the final, we got the raffle and the two awarding ceremonies, one for women and one for men. Дамы и господа, вот в такой момент на ваш поле еще хочется узнать. Итак, кто же все-таки здесь желает, чтобы победила команда Испании? And now, сейчас аплодисменты команда из Бразилии! И хлопаем, хлопаем, друзья, это матч-пол Испания!
champions of the Moscow Grand Slam 2015, Spain, Pablo Herrera, Adrián Gavira. Dame y gospada, Pablo Herrera, Adrián Gavira, España. This is the first gold medal for Spain. Please stay with us for the awarding ceremonies and the raffle. Dame y gospada, победителя вас просим не расходиться, все-таки спортсмены играли для вас. Поэтому, естественно, хотят на церемонии награждения, чтобы вы поздравили их своими голосами и аплодисментами. Подготовка к церемонии награждения будет просто моментальной. Так что никуда не уходим, дамы и господа. Ждем церемонии награждения. Adrian, congratulations. How great a win was this for your team? Thank you. It's wonderful. My first gold medal in the FIVB tournament here in Moscow. Спасибо to everybody. I just want to enjoy the medal and rest for the next tournament. Pablo, your partner played a great game, but what about the Brazilians? A very tough match. Yeah, it was very hard. They started serving very good, and Adrian played a beautiful game inside out. I think this is the key. Inside out, Adrian was perfect. You guys had finished second four times. You finally got a gold medal in the fifth try. Today it's a wonderful day. We want to dedicate this goal for our coach, Sixto. He worked a lot with us, and thank you very much for the great support here, and we have to enjoy this moment. Obviously, you got an Olympic silver medal. You won two gold medals on a tour with two different partners. Is this a special one for you here in Moscow? Yeah, here it's special, no? Today is the gold medal with Adrian. It's our first gold medal together, and we have to enjoy today. Well, congratulations and good luck. Thank you very much. Thank you. Guys, you just got a quick couple of congratulations, guys. Wait. They got to go. So here we go with the gold medal one more time, saying thank you to your fans because they were supporting you. Be okay, I guess.